Мне думается, что искусство должно быть прежде всего ценным по своему содержанию, ценным по своей духовной сущности. Художник, который обладает подлинной оригинальностью, старается быть, возможно, более понятным. Только, конечно, чтобы эта понятность и стремление к простоте ни в коем случае не должны вредить самой мысли, делать саму мысль примитивной, упрощенной. Такая простота, как говорится, хуже воровства. Это гибель для искусства. И не о такой простоте я говорю. Я говорю о простоте великого. Это самое труднодостижимое в искусстве. Ведь самые замечательные произведения очень просты. Возьмите, например, рассказы Льва Толстого. Ну что может быть проще? Или пушкинские стихи. Иван Бунин писал строгие и суровые стихи, иконы строгого письма. Простота Глинки, Шуберта, простота Бетховена – это, конечно, труднодостижимая простота. Истинно замечательный художник стремится к простоте, потому что мир его всегда сложен. Город Фатеж в Курской области –